В России, как и во всем мире, продолжается рост интереса к спортивным танцам. Очередной международный турнир «Осенняя звезда», объединяющий в себе любителей и профессионалов, состоялся в Москве. Среди взрослых любителей победили Кирилл Белокуров и Эльвира Скрыльникова. А в профессиональном зачете лучшими стали Александр Березин и Анна Афаненкова. Я считаю, что турнир как WTC Master League, они только развивающиеся на данный момент организация. И было интересно посмотреть, в каком процессе вообще сейчас находятся пары, какие пары участвуют, кто приходит на турнир, кто судит турниры. И, в общем, увиденным осталось довольна. Кстати, в ближайшее время на канале НТВ Плюс стартует танцевальный проект, где каждый сможет проявить себя, обучаясь латиноамериканским танцам. Научиться танцевать самбо и румбо никогда не поздно. Главное желание. До встречи на НТВ.